У нас в гостях Светлана Калашникова, и Светлана сейчас расскажет про свою компанию и с какой целью они прибыли на выставку. Добрый день. Я представляю компанию «Осби», Останкинский завод бараночных изделий, основатель отрасли бараночно-сушечного производства. Нам больше 50 лет. Мы по-настоящему хозяева этой отрасли. В свое время на нашем заводе разрабатывались все основные производственные технологии и транслировались на весь Советский Союз, во все хлебзаводы страны. Вот. И мы выставляемся на московском стенде московских производителей. Мы вышли с новыми продуктами, которые не имеют аналогов на российском рынке. Это печенье «Гарибальди», тонкое затяжное печенье с начинками. И уникальный черный крендель черного цвета, топовая позиция, крендель с морской солью. Мы на него делаем большую серьезную ставку. И, как показывает выставка, он действительно интересен публике. И мы ждем успешных продаж. Супер. Получается, с нами первооткрыватели бараночных изделий и технологий изготовки. Светлана, скажите, пожалуйста, какие задачи вы перед собой ставили на выставку World Food 2019? Мы ставили задачи найти здесь новых партнеров из регионов. В Москве, в домашнем регионе, мы очень хорошо представлены, и здесь мы вновь увиделись и пообщались с нашими давними партнерами. И, конечно, одна из серьезных, таких настоящих целей присутствия на выставке – это выход в экспорт. Это переговоры с нашими друзьями, уже практически китайцами. У нас очень серьезная работа проводится благодаря Московскому экспортному центру, Российскому экспортному центру. И в скором времени наши сушки-баранки будут представлены во многих странах нашего мира, где им порадуются и наши иностранные друзья, и наши соотечественники, которые очень по ним соскучились. И кто, если не мы, кто, если не Московский Останкинский завод бараночных изделий, наконец-то подвинет брецели своими сушками. Вот именно. Вот это, я понимаю, боевой настрой. Светлана, спасибо вам огромное. Вам спасибо.